Пожизненное заключение грозит гражданам России Александру Александрову и Евгению Ерофееву, задержанным украинскими военными в Луганской области. Прокуратура Украины считает их бойцами российского ГРУ и обвиняет их в причастности к убийству украинских граждан. Напомню, Александров и Ерофеев были задержаны в мае этого года. На допросе они заявили, что являются действующими российскими военнослужащими. Однако Минобороны России эту информацию опровергла. В ведомстве указали, что на момент своего задержания россияне уже уволились из вооруженных сил Российской Федерации. В свою очередь, Александров и Ерофеев утверждают, что из армии не увольнялись, а на территории Украины выполняли приказ начальства. Представители военной прокуратуры Украины сегодня заявили, что расследование в отношении россиян завершено и дело вскоре будет передано в суд, где их будет защищать адвокат, предоставленный за счет Украины.